На центральном стадионе Одинцова местные жители разных возрастов приняли участие в благотворительном забеге «Я бегу, ребенку помогу», даже несмотря на дождливую погоду. На старте участников поприветствовали активисты Одинцовского отделения «Единой России». Я желаю, чтобы сегодняшняя погода никого не остановила и всем принесла удачу и победу. Вы большие молодцы, и очередной раз мы закажете в этом. Акцию организовала общественная организация «Мир детям» и поддержала администрация округа. Многие уже не в первый раз участвуют в забеге. Да, это действительно для нас традиция. Вот мы 6-й год бегаем, и бегаем все вместе. В этом году, кстати, первый раз пробежала такую дистанцию старшая дочь. У нас получится помочь детям, это самое главное. У нас пройдет забег, и вообще это замечательный семейный праздник. В забеге также участвовали семьи ребят с ограниченными возможностями здоровья. В программе были мастер-классы и благотворительная ярмарка. По традиции все вырученные средства пойдут на благотворительность. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».